С вами босс, и сегодня я буду вместо Андрея. Да, это мой один день из жизни. Мы приступаем. Да, как вы видите, это мой отельчик. Я переехал в Москву. Мы решили, что Андрей там без меня не будет выживать. Ну, решил тут приехать и буду уже жить теперь тут. Ну, что теперь делать? Ну, ладно, вот ресторан. Кстати, этот ресторан создал я. Это мой ресторан. Да-да-да. Все деньги на него потратил. Ладно. Ну, в общем, давайте расскажу, какую роль я играю в выживании бомжа в России. Я играю ее роль босса, да. Босса из лагеря бомжей, Вадима, да. Я в списке ресторана. Как-то это странно звучит. Да, очень странно. В списке ресторана этого. Ну, конечно, я в списке. Это строители добавили этот список. Так, тут что-нибудь есть? Нет. Так. Ну, в общем-то, расскажу еще. В общем-то, кто я такой? Я живу вот здесь. Вот. И, в общем-то, я главный бомж. Ну, не в главных ролях. У меня простая роль. А у Андрея непростая. Ну, как бы главный герой и его канал. Ну, бла-бла-бла. Да. В общем-то, ребят, мы добрались до старого города. В общем-то, тут я работаю, вот тут вот банк. А теперь я в ресторане работаю, да. Вот как, вот это самое, это центр. А что тут бочка так же делает? А, наверное, Данил решил поставить. Ну да, да-да-да. Все понятно. Ладно. Ладно. Дом Андрея. Вот я вам, наверное, это... Нет, не буду ничего. Я... Ладно, не буду ничего. Делать. Ладно, вот такой вот получился один день из жизни. Всем пока-пока.